Всем доброго дня, с вами самонастройщик Леха. И сегодня я пытаюсь добить третью стенку из четырех возможных. Ну так получилось, что сейчас сезон, сейчас лето, и у меня два выходных в месяц. Это много, да, согласен, у некоторых один. Поэтому будем не отдыхать, а доделывать. Как бы уже первый месяц заканчивается, нужно сделать еще пол мастерской, сделать забор. И еще на заднем плане, там видите, фасад дома. Вот его нужно будет полностью зашить чем-нибудь недорогим. Ой, денег мало, времени еще меньше. Поэтому будем выкручиваться по факту. Сегодня будем бомбить вот эту сторону. Сделана из шифера. Ее нужно сейчас будет всю полностью демонтировать. Но чтобы демонтировать, нужно снять полностью потолок. Снять потолок, демонтировать, утеплить, зашить обратно, подрезать верхние листы опять. Опять пилить шифер, опять все в пыли будет. Пришить обратно, заделать герметиком стизом все швы, прогрунтовать и наклеить АМК фасад. Потом 5 дней подождать, отклеить его будет красиво. И на все про все мне вместо отдыха, либо, допустим, полежать там в бассейне, который поставил недавно, у меня 2 дня. И потом опять на работу, и опять 17 дней не будет выходных. Жаловаться некогда, за работу. Вернули мы листики обратно, откуда их сняли, плюс немножечко утеплили еще пятеркой МПС. Да, кстати, мне Пеноплекс специально на почту сказали, что утеплил хорошо, но не совсем правильно. Правильно было бы вот так сплошняком. Вопрос, а там же бруски, как я их угадаю, куда мне как крепить листики? Все просто. Мы вместе стойки вверху, точнее внизу, и вверху делаем метки, сплошняком утепляем, делаем обвивку по меткам. И сверху, прямо через пеноплекс, 25, ну то есть толщина 25, на 100, либо на 150, сверху прикручиваем доски, вот так сплошняком. И все, получается у нас сплошняком лист МПС и сверху рейки. И уже потом на них крепим листики. А, накосячил, да, как всегда. Ну, теперь технологию-то уже выучил, уже если будет третий раз, то есть третья пытка, мы уже сделаем точно все правильно.
Надеюсь, не будет. Неохота еще раз все снимать. Итак, сотка здесь, я думаю, хватит. Этого тоже в процентном соотношении должно хватить прям с головой. Как это считается? Считается общая масса утепления и делится, точнее отнимается, сколько занимает в этом общей массе дерева. Получается, на где-то процентов 10-8 занимает дерево, остальное все сплошняком утеплитель. Должно быть тепло. Крыша утеплена, фундамент утеплен и стены по кругу. Должно быть прям вот хорошо. Так, ну что, и теперь остается нам сейчас не забыть. Вот наша вытяжка. Рядом необходимо разместить приточку. Мощную приточку я уже себе купил. Вот под этот вентиль нужна вот такая вот трубень. И под эту трубень нужна гигантская дырень. И все это предстоит разместить вот здесь. Вот здесь было бы вообще круто разместить себе кондер. Причем... Вернули мы листики обратно, откуда их сняли, плюс немножечко утеплили еще пятеркой МПС. Да, кстати, мне Пеноплекс специально на почту сказали, что утеплил хорошо, но не совсем правильно. Правильно было бы вот так сплошняком. Вопрос, а там же бруски, как я их угадаю, куда мне как крепить листики? Все просто. Мы вместе стойки вверху, точнее внизу, и вверху делаем метки, сплошняком утепляем, делаем обивку по меткам и сверху, прямо через пеноплекс, 25, ну то есть толщина 25, на 100 либо на 150, сверху прикручиваем доски, вот так сплошняком. И все, получается у нас сплошняком лист МПС и сверху рейки. И уже потом на них крепим листики. А, накосячил, да, как всегда. Ну, теперь технологию-то уже выучил, уже если будет третий раз, то есть третья пытка, мы сделаем точно все правильно. Надеюсь, не будет. Неохота еще раз все снимать. Итак, сотка здесь, я думаю, хватит. Этого тоже в процентном соотношении должно хватить прям с головой. Как это считается? Считается общая масса утепления и делится, точнее отнимается, сколько занимает в этом общей массе дерево. Получается, на где-то процентов 10-8 занимает дерево, остальное все сплошняком утеплитель. Должно быть тепло. Крыша утеплена, фундамент утеплен и стены по кругу. Должно быть прям вот хорошо. Так, вытяжка есть, теперь нужна втяжка. Втяжку мы купили, долбим большую дырень, засиликониваем швы,
и грунтуем два раза. Первый слой 1:1 грунтовка вода обеспыливаем, второй слой уже грунтовка глубокого основательно. Откуда я знаю? Я снутри уже проверял эту версию. На шифре работает только так. Сначала грунтовка с водой, потом чистая грунтовка. Только не экономьте на грунтовке, потому что иногда проще купить, чем говногрунтовку, просто воду. Да, опять не смог показать самое веселое, это как снимается защитная пленочка. Ой, и там потом красивый вид появляется. Зато я смог залезть на верхушку и практически полностью все сделал. Да, соседи оценили, сказали: "О, прикольно, Леха, ты вручную делал?" Я говорю: "Да, вручную". Ой, пока я был на работе, моя семья аккуратно все уже сняла, подмела. И опять я вам самое веселое не показал. Ну ничего, у нас будет последняя, четвертая, финальная стенка. Я не знаю, не могу обещать, когда. Выходных не будет целый месяц. Но как-нибудь вечерками мы, я думаю, закончим. И вид должен кардинально измениться. Я даже придумал, что я дверь тоже квадратиками, то есть точнее сотами сделаю. И вход будет практически не найти. Не могу обещать, очень много работы. Поэтому на каналах плохо выходят ролики, не часто. Работаю на разрыв. Тусить прям каждый день будем, наверное, ну, по графику зимой. А сейчас надо работать. А то зимой будет нечего кушать. Все, давайте. Не болейте, не скучайте. Как смогу, сделаю, отпишусь, покажу. Perfect.